Всем привет, ребят, с вами Ноксвелл, и это третья серия по прохождению... Да, Far Cry 4. Хотел сказать Far Cry 3. Нет, это четвертый Far Cry. Давайте обучим его. Конечно, нельзя так делать, но... Ладно. Брат, надо поговорить. Собал, в чем дело? Мне нужно в Панапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Ну, Амита... Да, аванпост важен. Хорошо, ребят, сейчас все будет. Я сейчас все порешаю вообще, ребят. Я понял, сейчас нужно будет или этих заложей выпускать заложников. Люми. Да в жопу ее, да. Паяльник. Я понял, или заложников, или аванпост. Я вообще скажу, ты то и не делай. Я бы не удивился. Так, я хочу опять крышем бегать, голубей гонять. Нет, я хочу что-нибудь новое приобрести себе. Хотя за 136 тысяч я, блин, могу лапу только сосать. Правда, что только лапу. Так, хорошо. Давайте закупим патроны. Не лагай, умоляю. Вот оно иногда так лагает. Это ужас. Заложников — это самое главное. Люди хорошо. Верят, что золотой путь защитит их. Не бомби, я сейчас все сделаю. Что ты? Заложников, брат. Выгоняй всех его приспешников. Такое не прощаю. Ну да, не прощают. Хорошо, мне 800 метров. Я хочу тут полутать немножко. Мой молитвенный дом. Посмотри, хочу это сочетать. Что за твоя игра? Пейган за это ответит, обещаю. Так, нет, только не квадроцикл, да ёпчель. Я смогу? Давайте полетим. Да. Я верю, что я умею летать. Так, у меня этот дроп. Это ж какашечный. Ладно. Пусть хоть какой будет. Надо было хотя бы коллаж взять. Я сейчас не то, что, блин, стелсовый. Это просто очень далеко до стелса. Так, дифферент крен. Держивайте Е, чтобы спрыгнуть. Не, я же не мазохист, ёпт. Так, у нас вон вышка есть. Я не знаю, она захвачена или нет. Карты у нас есть? Карты нет! Ты что? Еще патч не вышел. Какая карта, я вас умоляю. Ладно. Такая вот мы вот так вот мило летим вообще-то. Тихо. Сейчас разобьемся, блин! Да, нормально. Ой! Тихо. Почувствовал себя ассасином, блин. Помню, как Лео учил нас все это делать. Так, а я смогу спуститься? Ну, вы поняли, какой Лео, да? Давай, спускайся. И... Оп! Все, спускай. Нет, пускай, блин! Да. Пистолет... Ну, окей. Сколько у меня там косарей? 11 или 111? Потому что, блин, деньги тут просто, я не знаю. Будем, наверное, у нас будет кризис. Тут такая инфляция, это ж пипец, слушайте. Мы мало зарабатываем, но до хрена все стоит. Это нечестно просто. Так. Тут, о, на, блин, тут квадроцикл. Почему здесь везде квадроциклы, блин? Как сюда зайти? Можно открыть? Ух ты! А чё это за звук? Чё за звук? Мудрость мина. Ух, ни хрена! 30 косырей! А, вот что за звук был. Хорошо, валим отсюда. Давай, вываливайся. 30 косырей я нашел, ребят, в сундуке. Почаще было такие сундучки находить. Так, let's go! Давай, едь. Едь. Так, что-то со звуками. Я, ребят, сделал звуки немножко потише. Мне показалось, что меня было слышно тише, чем игру. Поэтому я сделал немного потише. Да. Эй, тихо. Я тут заеду? Давай, давай. Да ладно, на настоящем квадрике заехал бы. Я катался. Тут, о, торговец. Стопэ. Обещаю, убивать не буду. Наверное. Тебя что, уже убили?
Убейте охранников, спасите как минимум двух заложников. А, это задание. Я думаю, что за нахер. А куда делся торговец? Это тоже интересно. Так, я нажал Shift, и он сам едет. Это очень полезно, если вам нужно что-то там отойти, всякое такое. Так, ребят, мне кажется, сейчас мы засрём, потому что тут нужен, наверное, стелс. Да, у нас есть 4 заложника. Вот это наверху, я так понял, количество их. Тут нужен стелс. А у меня нет стелсового оружия. Тихо. Чё-то тебя вообще скотоебило. Тихо. Тут есть кто-нибудь? Нету. Мы можем сделать. Что же мы будем делать? 2, 3. Но тут наверняка кто-то еще есть. Да, сидел бы дома вот он. Перебить их, ни хрена. Подождите, стоп. Тут где-то еще есть, услышите? Я слышу, да. Где-то орет женщина и мужик. Наверное, еще кто-то есть. Так, одного уже убили, но это не нашего. Неужели... А, вон там наверху. А у меня нечем это, жахнуть его. Я ж могу отобрать, ой, отобрать, забрать нож. Сейчас, ребят. Все будет, сейчас. Могу обыскать и забрать свой нож, да? Могу. Замечательно. И алкоголь нашел. Слушай, ты какой-то бомж. У него 700 этих валют этой было. Бомжара. И вон последний. Ты у меня будешь страдать, сучка. Надеюсь, тут никто отоссать мне это не отошел. Отоссать. Чё, братюнь, как дела? Все? Вы свободны, ребят. Развяжи нас. Они в безопасности, собак. Давай, беги. Мой отец гордился бы тобой. Так, надо забрать ножички. Слушай, у него там столько ножей, а? Я приехал сюда не ради всего этого. Ты все равно помогаешь, брат. Ну, возьми. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги Золотому Пути. И это поможет тебе добраться до Лакшманы. Помогу. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Да, ты жива. Ребят, вот так вот это все выполняется по стелсику. Собирайте просто ножи. И все это очень легко. Это Амита. Я знаю, о, что Забал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Ничего. О, навыки доступны. Ты новичок, а Забал может быть настойчив. Лук. Я сделал, что мне сказали. Давайте лук возьмем. Ты молодец. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов опа вынуждена защищать заложников. Это ж мы с ней сейчас разговариваем. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он что рухнул. Пока не разберемся. О, надо развязать. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я понял тебя, сестрёнь. Я... Сейчас все будет. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь. Мы выделим тебе подкрепление. Да, я помню. В третьей, мать ее, части мне тоже так говорили. Мы выделим тебе. Тебе будет помощь. Ты не сам будешь это все захватывать. Приезжали они в конце и говорили, что... Это все я. Все я, это все я, да. И за это я, кстати, их убивал. И потом против меня бились. Я хочу вот это посмотреть. Хорошая физподготовка. Ну, ребят, я думаю, вот это прям вот... Вы сами поняли, почему я это выбрал. Скорость ремонта, вот это вот мне непонятно. Скорость ремонта, тут что, можно что-то ремонтировать? Хм, ладно. Вдвое больше листьев и меньше вот это. Обязательно. Прям вот обязательно.
так, поехали. Я теперь, ну, более... Не понял. Более-менее стелсовый. Ох! Аджай, Аджай, Аджай! Твою мать! Что? Ничего, просто связь проверяю. Пейган, я до тебя доберусь и тебе жопу порву, хотя я думаю, тебе понравится. Так, я только что сбил человека и этого... Ну, давайте назвать их пирата. Я уже привык. И пирата. Я не хотел. Охрень ли у вас тут машина стоит, чего вы не сядете и не... Так, я нажал Shift и едем. Едем сами. Мне интересно, куда ты едешь, дубина? Едь давай. Автовождение тут нереально. Он... Давайте ускорим. Вот на вот такой скорости едь. Тут еще и скорость можно задавать, как в климат-контроле. Давай вообще самую максимальную скорость и поехал. Вот это я попал. Да. Выпад трошит он меня. Прям в яйца. Так я его убил? Ребят, я мастер. Мастер-мастер-ломастер. Ёпт, я убил заднего ножом. Я чисто случайно кинул нож и убил. Это стоит вашего лайка. Да. Это мастерство. Это я... Это не фонарь, я так запланировал изначально. Даже когда я их еще не видел, я уже знал, как их убить. Поэтому лайк ставьте 100%. Не, ну блин, ну это... Ну блин. Офигеть. Это пипец. Я такой кидаю нож, думаю, ой, промазал. Смотрю, он за шею держится. Супер. Так, давайте, Shift. На вот такой скорости. О, нет, это ж аванпост. Тихо. Тут нельзя так. Сейчас будем... Тоже. Так, вражеский аванпост можно освободить. Подняв тревоги. Опа. Давайте вообще посмотрим, что тут вообще. Тихо. Как обстоит у нас шлёник. Зеленый. Не, не зеленый. Так, ты не то достал, братин. Давай посмотрим, что у нас есть. Ага, смотрите. Вот этот сейчас, вот этот чел мне подал идею. Мы сейчас знаете, что сделаем? Ничего мы не сделаем. А как бы нам шлёника освободить-то? Вон там, по-моему, замок есть. Если попасть в него... Попал? Ну, надеюсь... Там мертвый слон! Ах, вы ж сволочи! Вы уже трупы, ребятки. Себя пристрели, ёпт. Я ассасин. Я прям мастер ассасина. Вы видели? Я убил вот этих двоих. Ой! Нельзя так пугать. Я вот тех двоих убил из лука. Я просто вот мастер-ломастер, ёпт. Приеду на базу и поменяю лук на нормальный. Да. Но все-таки мне нравится игра. Я прям... Прям вот тут я возвращаю весь тот стелс, который не дал вам Splinter Cell и SST. Сегодня ты молодец. Спасибо. Я сделал то, что счел нужно. Спорим, она в конце игры нам даст, а? Или где-то в середине. Я знаю, тебе нужна Лакшмана. Но это не так просто. Мы потеряли север много лет назад, и теперь бьемся за юг. Я обещал маме, что развею прах там. Она так хотела. Подумай, Аджай. Твоя мать прекрасно знала, что случится, когда ты приедешь сюда. Сын Махана Гейла вернулся на родину, истерзанную войной. Ну да, это подстава, подстава. Ишвари была умной женщиной. То, что ты здесь и помогаешь нам, не случайность. Оставайся с нами. Вступай в Золотой Путь и обещаю, я тебе дам, выполнишь, да? Последнее желание матери. А, ну ладно, будь это то тоже может. Ее прах в Лакшмане, или достичь. Слушай, чего-то... какие красивые у них глаза. Желтые, зеленые. Ну, желтые, я никогда не видел желтых. То есть золотой путь, ну, желтый цвет глаз. Верно.
Они хотели освободить Кирата от Пейгана. По-моему, помоги же нам у того вот Савал или Сарал, Крал, как его там зовут, у него желтые глаза. Я не Аджай, ёптель, я Эй-Джей! Вы что, не можете запомнить, а? Хотя я тоже не могу запомнить их. Похоже, я останусь. Ну ладно. Эй-Джей, это... Первая часть завершена, ребят! Ю-ху! Это, надеюсь, ваш лайк уже стоит, да. Так, а чё, никакого вступительного видео? Ну ладно. У меня две эти штуки, мы можем что-нибудь... Вот это вот я покупаю, мне оно только что нужно было. И... Какая совместная, ёпта, игра, ты чё? О чем ты говоришь? Я ж пират. Ну, не Васа, конечно, но... Блин, как бы тут спуститься так? Чтоб не убиться. Спуститься, чтоб не убиться. А, вон там можно было бы. Тихо. Все нормально. Хорошо. Все, ну жизни у меня много, поэтому. Так, а что у нас тут? Подождите. Дайте в магазин зайти. Надо закупиться, да. Надо закупиться. О! Чай сейчас продам. Пойду и продам этот чай в пакетиках. 200 косарей, ребят. Угу. На минуточку. Так, я хочу. Нет, не по крышам бегать. Я хочу. Где тут у меня оружие? Уникальное, по-моему. Где лук, ёпт? Где мой лук? Слушай, я уже забыл. Подождите. Ну, не в уникальных это точно. В оружии, наверное. Вот. Охотничий и вот такой. А, ну да, точно. Хорошо. И уникальное, я хочу поставить пистолетик на вот эту штуку. Чтобы я был вообще стелс делал. Так, жетон. Я не знаю, модель 9 модифицирована для скрытных операций. Добавлен глушитель. По-моему, тут какой-то баг, ребят. Это явно не шестерка, это явно не пистолет. Это вот оно. Оно описание аж сюда как-то попало. Нахрена вот эти вот жетоны, я не знаю. Ладно. Хорошо. Это нам не надо. Так, пополнить боеприпас. Угу. И продать! На 70 косарей. Пакетик. Давай, продавай эту траву. Опиум. Мне кажется, опиум подороже должен стоить. Перчатка. Что-то там, кулечки. Да. Кулечки всегда нужны. Ох, ни хрена себе. А может подождать, и цена возрастет? Так, мудрость мина. Подтираться ей можно этой мудростью. Так, у меня теперь 250 косарей. Ю-ху. Я могу купить какое-нибудь уникальное оружие. Нет, ни хрена я не могу купить. Мне нужно собирать из... Вот, ребят, нужно собирать записи. И тогда мы будем получать за это няшки. Я думала, больше не придешь. Вот. Ты кто вообще? Спасение. Враг напал на небольшую ферму. Солдаты армии короля повсюду грабят ее, взяв местных обителей в заложники. Не, братья. Ну, сестры. Не. Подождешь. Хатика ждал, и ты подождешь. Че, давай скажи. Эй, Джей! Вот представьте, что меня зовут Джей, и ты такой, эй, Джей! Вот так вот меня называйте. А не Аджай. Что там, Чем ты думала? Я бы на твоем месте туда сейчас не ходила. Так мог поступить. О чем они там спорят? Солдаты Пейгана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное — собрать информацию о противнике. Сабал, что надо срочно спасать наших людей. Так надо и то делать. И давно они спорят. Давненько. Всегда одно и то же. Те же слова и доводы. Так, одновременно это делать нельзя? Я не хочу быть навязчивой, но ты Аджай Гейл, да? Эй, Джей. Спасибо тебе за помощь. Здесь тебя все уважают. Вы совершали преступления. Золотой путь спас богов. Меня, и я их должник, но... Вообще, я приехал развеять прах матери. Пусть так.
Но теперь ты видишь, что Пейган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Хочешь или нет, но ты должен Кирату. Спасибо. И твой выбор решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни об этом, когда войдешь. О, отлично. Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ну-ну. Давай. На кону жизни. Бездействовать нельзя. Нет, идет война. Данные. Боже мой. Классный микрофон у них стоит, кстати. Не забыла про Дарпана? Выбирая а вот Дарпан, насчет Дарпана. В этих вот, знаете, дорогу. Такие вот подсказочки внизу пишут иногда. И там написано, несколько раз было написано, что любит Дарпан, что он уважает, что такое. Будто он еще жив, этот Дарпан. Хотя он якобы умер в первой серии. Хотя я его даже не видел. Выбор? Ни хрена, ребят, тут есть выбор. Конечно, тут же 6 матчей концовок. Задание «Баланс сил» определяет будущее Золотого Пути. Помните, что у Миты и Сабала разные цели. Но если я выберу Сабала, он мне явно не даст в конце. Поэтому будем выбирать всегда Амиту. Поговорите с обоими лидерами и решите, кого поддержать. Ваш выбор определит, какое уникальное задание вам предстоит выполнить. От этого будет зависеть новые цели в предстоящих заданиях. Охренеть, ребят, вот даже вот так тут доступно. Честно, не знал. Я хочу поддержать Амиту. Да, она мне больше нравится. Сабал меня бесит немного. Давай, выслушаем. Ну, выслушаем всех. Амита, может помочь с разведкой? Ладно. О крупной операции говорили давно, и тут атака на Банапур, но... Что-то не так. Я думаю, это не все. Нужны новые данные. Но из лагеря нет вестей. Самые атаки. Осторожней. Ладно? Так, ну, допустим. Амита хочет, чтобы вы собрали разведку. Подожди. Ты что мне скажешь? Давай. Нужна помощь? Наш лагерь хотят атаковать. Неясно когда, но это и не важно. В любом случае им нужна поддержка. Хочешь помочь? Отправляйся к ним. Ребят, такой сложный выбор. Пипец. Баланс сил. Сабал хочет, чтобы вы защитили повстанцев в лагере Золотого Пути. Согласившись, вы откажетесь от задания. Ну блин, ну ёпта. Ну ё-моё, ну блин, ну ладно. Сестрёнь, я выбираю тебя. Охотник или жертва? Прости, Сабал, но у тебя не такие выборы. Так, погнали. Машинку мне дайте. Явно вот это никуда не поедет, а вон там внизу может. Так, тут еще, кстати, можно облутать, но заниматься мы этим будем после задания. Думали, я уже скажу в следующей серии? Нет. После. Какая у них тут музыка классная. Так, что это у нас тут такое? О, это что такое? Это вертолет? Да ладно, ёпта. Я такое видел в DayZ-ке однажды. Вверх. Еще и стрелять можно. А, ну да. Так, ну сейчас мы с вами полетаем, ребят. Я уже чувствую, как это будет. Это будет весело. Не, ну это хорошо. Я бы полдня добирался бы на машине. Что такое? Что такое, блин? Ты что, дебил, упал? Не, ну нахер, это небезопасно. Слушайте. Что вообще произошло, ебка? А что там происходит? Как... О, боже! Вот это я в жопе! Ребята! Залетел, называется! Ой! Фух! Что это? Тут можно спасти их как-то там внизу? А, вон он. Так, подожди, я хочу тебя убить.
Бил? Нет. Ты сдохнешь, сволочь, или нет? Ёпта. Да пошел ты в жопу, я потерял 6 стрел. Ладно. Блин, вот это прилетел, называется. Я не знаю почему. Наверное, я слишком высоко поднялся. Хорошо. А то сейчас бы уже писали в комменты. Я вот прям предсказал, что вы могли написать. Так, ну как мы будем спускаться с этой жопы мира? Вон там вышка у нас. Ой, а что это у нас тут? Да ладно, пещера. А, там внизу. Если я в воду прыгну, я разобьюсь. А, тут нет воды даже. Кто-то репит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все хорошо. Это враги? Тут кто-то Я ж могу освободить его. Пока, ребят. Вы уже трупы. Так, не надо. Я тебя выпустил. Ты мне, кстати... Нахер иди отсюда. Так, я могу вот по тросу этому... Подожди. Да, ребят, мне эта серия нравится. Она у нас такая очень стелсовая. Серьезно, наверное, самая... Ну, не то, что стелсовая, а вот я показываю свое мастерство. Ах ты, блядь! Иди нахуй отсюда, блядь! Тихо! Напугала меня, скотина! Кто ты вообще? Тигр? А ну приди сюда, я тебя спас, ты мне должен еще. Еще убьют. Слушай, такое дерзкое что-то. Давай лечись, ё-моё. Давай пошел ты в жопу. Тигр мне вообще должен, как бы. Слушай, нахер пошел. Ты меня выбесил! Бью нахер. Все, убили меня. Блин, ну это нечестно, ребят. Из-под тяжка прям напало. А мне нечем было отбиваться, если лук достал, то это я бы столько стрел срал. Хотя у меня всего 3 осталось. Мне интересно, где я сейчас реснусь. Здравствуй, Аджай. Да ладно, блин, в этом говне. Ладно, это, кстати, попытка номер 2 пусть будет, хорошо. Только я начал твердить, что я показываю свою крутость, и вот я ее показал, в кавычках. Кстати, деньги остались. Мороженое у меня стоит, да, стоит, все нормально. Вот. Вот бы увеличить этот колчан или какой для стрел. Так, 900 метров. Я хочу попробовать полететь на этой штуке, но не очень высоко, чтобы она не сдохла. 100? 100? Что издеваетесь? Ладно, так уж и быть. Так, ну чё, попытка номер 2. Так. Эть. Полетели. Можно стрекозой эту штуку называть. Похож звук очень. Так, смотрим. Походу... Я понял. Вон, смотрите, видите, такой будто... Не, я не понял. Наверное, вот, это максимальная величина, на которую можно забраться. Вон, там на стрелочка маленькая, которая сейчас показывает. Тихо. Помер сразу же, ребят. Я не знаю, что это такое. Мне это не нравится ни хрена. Я не могу доехать туда, блин. Ходи давай, ёпта. Да ну, типа, нахер. Ну, вот так вот мне вот... Везет в кавычках. Машины причем нету. Ничего нету. Замечательно, ребят. Карта не работает. Летим в другую сторону. Летим так, чтобы я не упал, блин. Да, там явно надо учитывать. Ой, это враги. Давай, выпрыгивай! Кто-то гранату кинул! Вы и несете, и причиняете двойной урон. Нахер пошел, жирный. О, да, ребят. Надеюсь, у них машина тут есть. Я уже поеду на тачке, потому что... Ты что делаешь?
У него новый, кстати, способ появился себя заделывать. Там у Джейсона, по-моему, их три было. А тут их вон сколько. Так, чё у тебя тут? Прям в вагоне упал, ну, бедный парень. Чё и поджарился, твою налево. Так, а где еще один, я помню. Наверное, гранату кинул и подох. Орел, жук. Так, летим. Надо на дорогу вылететь и найти машину. И знаете что? Я здесь сделаю уже перерыв. И доберусь туда. Да. И уже начну новую серию. Поэтому не забудьте тыкнуть ваш палец вверх и подписаться на канал. Все, с вами был Ноксул. Кажись, эта штука улетела без меня. Все.